Друзья, всем привет! Специально для проекта «Секреты ПРО» для вас снимает Федоров Павел. Сегодня тренировка моя будет заключаться в том, чтобы показать вам одну из тренировок по накачке рук, в данном числе это бицепс. Сегодня мы затронем один круг, интенсивность которого длится в течение всей тренировки без остановки, это один круг. Я просто вам сейчас расскажу принцип этого действия, в котором заключается сначала растяжение фасции, потом идет прилив крови, это последовательность скамья скота, потом я делаю подъем штанги на бицепс, это все один круг. И последнее упражнение, это будут молотки, которым я заканчиваю этот цикл. И таких кругов вам нужно сделать 3-4. Интенсивность этой тренировки заключается в том, чтобы вам максимально сократить бицепс до той фазы, которая бы вас наполнила и сделала бы его плотно. Для этого я делаю сначала разогреваю и растягиваю фасцию. Пойдемте, я вам покажу. Легко. Не останавливайся, идем дальше. Одну из моих тренировок на бицепс, она заключается именно в такой пошаговой позиции. Сначала растяжение, потом сублимирование, потом в дальнейшем мы
сами пошагово посмотрели все, что я делал. Естественно, веса были не максимальны, потому что я уже сделал сегодня тренировку в день, маленько поработал. Я лишь показал вкратце, как нужно подходить к тренингу рук. Естественно, тренинг рук – это многоповторка. Я считаю, что от 12 до 15 повторений на руки – это являющиеся, основополагающие к раскачке рук. То есть вы должны смотреть на свои веса, естественно, в той позиции, в которой вы можете сделать сами. Не нужно браться за архибольшие веса, не нужно браться за средние веса. Сделать столько, сколько я вам говорил. Естественно, это будет очень тяжело, но последовательность будет такова. Вы должны сделать 3-4 круга в такой последовательности в конце, в начале, в середине, как я вам показал. Удачи! Будут вопросы, пишите в комментариях, постараюсь на вас ответить.